Такой парень, как Диэш, с его прекрасным голосом, поющим эти слова уже трогают. Да, так что голос может просто проникнуть в твою душу. Да, это трогательно. Это трогательно, почему у меня нет слов. Еще раз браво. Так что, ребята, я собираюсь немного расчувствоваться по этому поводу ради людей, которые потеряли свою мать, пусть они покоятся с миром. Welcome, guys, to the toxic channel with the toxic couple. Добро пожаловать, ребята, на токсичный канал с токсичной парой. И сегодня мы снова собираемся отреагировать на это. Да, с вами все в порядке, Би. Спасибо вам. На самом деле это песня, которая мне нравится. Это украинская песня. Так что я верю, что она вам понравится. Вот что вы хотели сказать. Я хочу сказать вот что. Это была не ваша просьба, ребята. Это было нее. Она вспомнила, что он пел здесь, а на самом деле не был одним из подписчиков. На самом деле он написал нам, что у него есть украинские песни. Значит, он напоминает вам об этом? Да, так что он напомнил мне об этом. И спасибо вам за это. Вот и все. Обязательно дайте мне обратную связь, ребята. Если вы этого хотите. Вы можете реагировать на все шоу в целом, или я смотрю его без какой-либо реакции. Так что все зависит от вашего комментария. Музыка, ребята, музыка, перевод музыка. Вот они плачут. Да, потому что это песня о матери. И это песня о том, что матери больше нет. И когда он просто видит цветы. Или она видит цветы, которые она помнит, или он помнит все это, он помнит свою мать. Он представлял себе, как мать состарится, и она собирается положить эти цветы. В основном речь идет о матери, а она, мать, умерла. Да, мама, надеюсь и люблю тебя. Ну что же, это грустная песня. И я уверен, что своим голосом он заставит вас плакать. Определенно у вас получится отличная музыка. Вот.
Да, это трогательно. Это трогательно, почему у меня нет слов. Я не знаю, что вам сказать о музыке. Я думаю, нам следует прекратить это, потому что я не хочу видеть самого себя. Мы должны это сделать, потому что моя мать далеко от меня. Она живет в Алжире, и я чувствую каждое слово песни, которое он произносит. И его голосом. Каждое слово, которое он произносит. Я действительно это чувствую. Я не хочу испытывать это чувство. Мне уже 3 года. Я просто не хотела бы, чтобы в комнате был еще один плачущий человек. Я уже 4 года нахожусь вдали от своей матери, и с этим голосом я не хочу заканчивать. Да, мы можем сделать это ради музыки, конечно. Такой парень, как Диэш, с его прекрасным голосом, поющим эти слова уже трогают, да, так что голос может просто проникнуть в твою душу. Так что я не знаю, как это сделать. Описывайте это, ребята, не описывайте, просто слушайте. Еще раз браво, так что, ребята, я собираюсь немного расчувствоваться по этому поводу ради людей, которые потеряли свою мать, пусть они покоятся с миром. И ради людей, которые потеряли свою мать, у которых все еще есть их мать, это цветок, который заботится об этом. Увидимся в следующий раз. And see you next time.